Пьяное вождение. Одна из автомобильных аварий произошла в Бендерах. Пьяный водитель протаранил 4 автомобиля. Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на субботу. 46-летний житель города, употребив спиртное, сел за руль своего авто. В жилом районе Солнечного пытался припарковаться, при этом повредил автомобиль БМВ. Пытаясь скрыться с места ДТП, горе-водитель столкнулся еще с 3 иномарками. Нарушителя задержал экипаж ДПС. Свои действия инспекторам ГАИ мужчина объяснить не смог. За вождение в состоянии опьянения водителю грозит административный штраф в размере до 3680 рублей с лишением права управления сроком до 2 лет. К слову, в эти дни госавтоинспекторы задержали еще 3 водителей в нетрезвом состоянии. В этих случаях возможных дорожно-транспортных происшествий удалось избежать. Сотрудники ГАИ призывают всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем. Информацию о лицах, которые ведут себя на дороге неадекватно, садятся за руль в нетрезвом состоянии, можно сообщить по телефону дежурной части.